А по драфту, смотри, я против антимага. Вот. Но с другой стороны, там лишрак есть. А лишрак это имба в администрации, в развлекательной там сфере больше. А другой, третий друг на заводе работает, в металлургии трубы режет. А тут у нас Лейлису больно, и он умрет. Но падает Тимада, но ФБ все равно для OG. Было бы, конечно, идеально здесь Тимада забрать ФБ. Но не получается. Он нажал, блин, отошел. Так. Он просто фармил. Ой, он просто недооценил свои возможности. Он просто недооценил. А тут у нас разменчик происходит в миду. Лишрак с разорчиком разменивается. Как его? Не зажигание. Стартера нету, вот. Стартер, да, нету. Вот стартер, стартер Юраги у нас остал. Безема принимает, Безем больно. И разменяется на него, да, но все равно у нас разор на выкачивает. Тут у нас сейчас может быть дабл-кет виспер потенциально. Давай, виспер на мужика, хорошо. Отмщен. Там начинают команды рубиться. Да, у нас нормально все улетает отсюда. Юма у нас. А вот, думаю, что происходит на боте. Такой стан от Юмы был, но Гуннера он не спасает. Но с другой стороны, минус Безеем. Куда вообще штормит, как-то он играет в таких 2,5 стаках, там, ван мув и так далее. Что надо ему другую команду найти. Себа поймали, Себа убили, минус Себ. Вот ты классный игрок. ВП, помните, где он играл у нас? Да, УГ нападает на выход на тир 1 здесь, наконец-таки. Пошла движуха, и на, он залетает. Флэкэнон, ГДС, Юма. Кастует стан, Висперу в затылок. Колба будет сейчас. И давай гаси его, какой он противный. Там и копья нажимает. Ну это просто обалдеть. Да? Нажимает жестко. Ракета пошла, залетает. Нападает, забирает Ари здесь. Растоптали молодого человека. И вышку, вышку, вышку. Наунс, а? Спасибо, Дим. Ну и... Можно, да, за OG подтопить, ну а можно и за Наунс, а можно Тимада будет убить, он просто не выходит с контроля, ты представляешь? Они просто в следующей стадии находятся. Опа, вот сюда, и стой, да, теперь он с ТП. Хотя, это называется ТП, но в таверну, да. Есть нюанс, как говорится, здесь Сеп сбивает с ТП, и еще минус Безем. И это минус 2. А вот ХЗ, стоило ли игра свеч сейчас, друзья? Музыкальное шоу, да, сначала разогрев, а потом выходят основные у нас. Артист нападает на Себа. Себа поймали, Себ в таверну, здесь Гуннар. Но у нас Гуннара могут убить, забирают Гуннара, Безем, Ветра. И пока что Безем живет. Гуннар... Этот Гуннар, говорю... Разорчик сейчас может умереть. Да-да-да, его забирают. И подходит подкрепление. Приходит Юма. Тима, да блин, ушел. И Юма один. А его можно что правильно? Раскайтить. Вот так вот. Телекинез. Что там по копью? Копью скоро будет. Сейчас будет арена же еще у него. Я просто так это вот сейчас, секундочку. Мне тут зрители писали. Потом про это поговорим. Нападают на Себа. Себ. Так, Гуннар. Бежать. Контрспел. Так, красота. Гуннар в таверну управляется. Ну, это серьезный килл. Копье, замечательно. Лейлис, там, плазма, БКБшка нажимается. В итоге бежать, бежать, бежать. Виспер в затылок там. Ну, она там накачивает слишком много урона. Да, его будет убивать. Тут Безем успеет, успевает. Ну, вот Ари останется, к сожалению, здесь, да. Ну, потому что попробует сделать, он, ну, уйдет. Подожди, а в Динамо Брест Марадона, да, приезжал у вас вот там кем-то там, ну, в общем, с кем-то он там был. Нападает на Безема, Безем. В него всосались и высасывают почти все соки. Юма красный очень, но там Новый год, он по Новому году Безема умирает. И Юма выжил. Да, Свен живой, лосо плотный, очень плотный разор. Си, сатаником, он просто неубиваемый, и дерется. Дерется разор, вперед идет, и прыгает Юма, забирает себя. Минус 2. Здесь Ари сбоку, Ари, ракета в затылок, падает Ари, минус 4 оформляют у нас. Наунс и Свен еще выжил, а? Вот это вот все. Показываются, кстати, OG, смотрите, показались они.
Так, тут БКБшка. И поехали. И поехали бить Безема. Безем откидывается, отступает. Лассо. Ракета полетела. Арена нажимается. Прекрасная. Сбоку что? Безема пинает. Безем больно. Очень Безема. Бьет и в таверну. Безем отправляется. А OG нужно ран. Просто бежать отсюда. Бегите, ОГ. Бегите. Под базу. Вот так вот, да. Антимаг должен... А, антимаг у нас сломает, если сказать, должен пушить. Он настолько невнимательный, он там сломал эту тревышку, если что, и заставил ТП сделать. Сейчас нужно драться, подожди. Разора нету, пацаны, деритесь. Вот так вот, да-да-да, красавцы OG. Пошла макро, друзья, дота у нас. Пошла классика. Гуннера накрывают, также убивают. Есть, все принесем. Тимада. Оп, ушел на блинке, отступает. Залетает Виспер, БКБшка пошла, арена копье, красота. Здесь лассо, затянули у нас Юму на хайграунд. Юма, ну гарпун. Гарпун сейчас бы простоял как в картизе у нас. А там разор сдох. Опа! Рейд босса убили, чудеса, да и только там. Тимада забирает, так же удивительно. А сейчас отмотаем после файта, как они там убили-то его. Так, Юма еще в фокусе, да неужели? OG, браво, друзья, OG. Браво, Гуннер тоже тут выкупается все, но с Вента без ГДС будет 50 секунд еще, и он же без рефреша. А чем ему здесь делать-то? А чем ему тут делать, Юма? Ну, Варкрай, да, залетает, нападает на Ари, получает копьюрит. Иди нахрен сюда, гарпун. Забни, нужно уйти уже, все. Уйти у вас мало, там, решрак без маны, мало ресурсов, короче, у вас остается, лучше уйти. Плохая или не очень, или хорошая форма. Да, вот OG у нас. Молодцы, опа, Безем, арена копье, хорошечно нажимает здесь аренка, такая хорошая была, лассо, увезли Гуннера на лоу-граунд, гаси его, парни, Аюма, а что ж такое-то, а ГДСа нет тут в БКБ, да, а, ну вот Ари убили, не Ари, извините, Себа, третья сторона под это у нас, друзья. Забирают, делают мега-крипов OG. Пошел Тимада вперед на мужика. Раз, два, арена, копье. Гаси их, пацаны, лупи, Юма. БКБ появляется наконец-таки. А на ГДС не хватает. Не хватает, там разор один. Берет на себя игру, нажимается Таник, ластерится. Нет, моновоид не ластерится он. Тут ловят также флай, отправляется в таверну. Сбоку Юма убивает Себа. Каков наглец, а. Ну и наказывает, за добра OG. Молодцы, парни, я ошибался, я был неправ. А, ну, по итогу, я был неправ. Хотя, мне кажется, что с их пиком могли, могли. Могли, но здесь OG, мое почтение. Что еще можно сказать? Отсюда все, беги, ты что? Убегаем. Так, здесь у нас... А вот он и ФБ, похоже. А вот оно и оно. Да-да-да, друзья. И это ФБ, конечно же. Нажимает ТП на бот сразу. А тут драка. Наунс пытается на Виспера напасть. Граната полетела. Стампит даже жму. А им хватает урона здесь разве? А, не, вот так хватает, да. С богами хватает тогда. Да, и пульс, и дизимулейт, и астрал степ. А это что такое? А это минус 7. Заберут его. Заберут. Да, флай забирает килл. Умирает Ари. 4-0. Ну, Безем отсюда уйдет. У него есть чем спускаться. У него там астрал степ будет, все что. Так, Безем. А, он хочет разменяться, пробовать, что ли? Да, он, кстати, хочет разменяться. И не достал, да, он умрет сейчас. Он умрет. Он не разменялся. Он не то, что разменялся, он хотел сделать килл и уйти. Вот, можем три карты посмотреть. Но пока рано про это говорить. Нападает на Виспера. Арена хорош, Тургеров закрывает. Что там по Эклипсу? Он не качается, потому что бимчика-то и нету. Минус Лейлис, приходит Безем. Здорово, Паша, но ему нужно реабилитироваться однозначно. Ему нужно исправляться. Это минус 2, Виспер, что самое забавное, выживает, втроем напали, не убили, копье минус 3. Повсюду там у него там все. Не очень реально, арена полетела. Копье, поймали Юму. Юма, Дум, и это минус Юма. Да, забирают Юму у нас. 5-5 уже, слушайте, 5-0 же было. 6-5. Кончилась сказка, похоже, да, у нас музыка, знаете, чтобы вот играла. И все из окон выглядывали, думали, какой красавчик. Здесь драка у нас начинается. Начинается файт, хукшот. Тебя поймали, все в ловушке находятся. Арена, копье залетает. Минус Лейли здесь. Безем.
Безъем. Вот таким макаром его съедает. Аре больно. Аре также отправляет в таверну. Минус 2, слушайте. Минус 2 делают. А, в том числе Безъем. Еще и Себа. А там Гуна разбока у нас вот добили. Виспер, молодец. Стампит полетел. Что они хотят? Они хотят его убить, что ли? Как вы посмели это сделать? Стан, дабл эйдж, хукич. Поймали Тиманда. Тиманда, Эклипс. Раз, два, вейпорм. Бежать. Бежать, дорогой. Там ассенет, наверное, он не уйдет отсюда. Хотя, подожди, арена... Не, куда он не уходит? Виспер БКБ. И телепорт. Красавцы. Нам тебе нарошка нужно срочно идти. Вот не гнаться за героями. Нарошка, парни, нарошка. Пошли, на флай нападают, флай поймали, сюда идем, привязали, пауэршот, до свидания, сэр, пытается уйти Безъем, Безъем, но он отступает, посмотрите, что здесь, Юма встречается у нас с Виспером, там бимчики, Гуннер, арена, копье, знаешь, такое, чисто откинуться, отстаньте от меня, дайте мне просто уйти, дайте мне уйти, бежит Виспер, за ним тут шрапнели и все остальное летит. Но достали, настигли. Честно, думал, что уйдет. Но нет, он не уходит. Никуда. Пицца. Это важный будет файт. Очень важный. OG. На Юму не прыгнули. Испугались, ушли. Там стампит. Пытается поймать. Себа лопает. Тут Виспер. Поддержка будет? Где поддержка? Вот она, поддержка приходит. Безъем. Там БКБшки. Ничего страшного. На Эклипс. Подожди. Подожди. БКБшки. Нет нового спирита. Безъем красный. Еле-еле ушел. Но убили. Убили у нас снайпера. Морф, ты где? Ёк-макарёк. Ты здесь нужен. Очень сильно. Залетает. На кого дает? На кого? Нападает на флай. Флай забирает повершот. Там сбоку падает Безъем. Все-таки настигает его. Но это уже в общей сложности. Убивает также Лейлис. Тимада. Минус 3. От OG и ловить, ловить, ловить Юму, ловить эту наездницу у нас. Юма в кусты, прячься, Шива, стан. А, бим такой мощный, да, с ханда залетает. Но все равно будет копье, Тимада выдается дом, нажимается, не стесняется. От Ари и падает Юма, минус Гуннер. А вот это получилось очень даже классно. Сильные на фоне кого? На фоне вот наунсов, да. Ой. А че, умрет, что ли? О, Тимада. Придумщика. Вейфор нажимается, поднимается на хагрант, ломается варды. Но Игис сняли с него. Уже круто. Минимальным резким. Опа, Виспер опять. Опять он залетает. Арена, копье, есть. Минус Лейлит нажимается. Эклипс. Эклипсик отойти. Висперу помочь, парни, нужно. Юма. О-хо-хо, что с ней делает Мор? Боже мой. Вода сильная, да, если что, друзья, Юма без байбека, Лунка не сможет выйти, вот поймали Юму. Там сбирает флайн, нужно Тиманда добраться вот сюда, до снайпера, ассасинейт, гейфорс прожимается, но тут вся уже бригада наваливается, как-то, знаете, все резко рухнуло. Здорово, Кирюш, тебе и Кристине, здорово, ребят. Добрый вечер, ребятушки. И это минус вторая сторона. Сломали у нас вторую сторону. А по баям ситуация крайне комфортная. Единственный неприятный момент, что у Луны не хватает 200 там плюс-минус золотых. Юма больно. Тимада, Вейфор спускается на лоу-граунд. Ушел Тимада. Ракета в Безъема. И Безъем у нас... Да. Отступает. Здесь что у нас? Виспер, форстап. Живет. Там сбоку. Астрал Степ прыгает. Ремнант нажимается. Хукшот не попадает. И там Эклипс. Тимада БКБ. На Эклипс ему пофигу. Минус 2 оформляется. Вперед. За Юмой БКБ кончится у него. Нет, у него свежий БКБ. Он только его нажал сейчас. Только нажал БКБ. Пока что не кончится. А вот сейчас кончается. И подманивает. Тот же Безъем залетает на Юму. Юму бы убить. Дум убивает. Он с байбеком. Good likes to Тимада. Если что, держу в курсе. Тимадо. Тимаду. Вейформ спасается. Мор там на соплике буквально на иголочке он улетает. Подальше там флэкэна. Но игроков до саппорт. Там не больно вообще. Тимада на телепорте уходит. Ну ладно. Ушел. Матчей просто много, очень путается все в голове. Сильно. Тут драка начинается, нападает на Лейлиса. Залетает, гейм снимает в том числе. Хорошая монта, задолжил он. Стан, красота. Минус 2, легчайшая. Но падает, слушай, тир 4 вышка. Им бараки не интересны, но такое ощущение, что бывает просто глиф. Выбили, они снова добились. Арена, копье прям по фонтан полезли. А чё бы и нет? А чё бы и нет? Не-не-не-не-не-не-не. Тут все, заканчивай. Да. Тут у все, друзья. 2-0, OG одерживают вторую победу.
Напомню то, что завтра команде OG нужно будет одержать еще одну победу. И они уже 100% проходят. Ну, в принципе, любой команде нужно 3 игры одержать, да, победу в 3 играх, чтобы пройти дальше.